В очередной третьей серии сериала «Lancet» после пережитого стресса у Ладынина внезапно начинается тремор рук. Он больше не может оперировать. Илье предлагают занять пост заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Ладынин готов отказаться, это совсем не то, чем он хотел заниматься. Но неожиданно приходит осознание, это место, возможность разобраться в том, что пошло не так в лечении его жены. Тем более путь к хирургии ему пока закрыт. Первое. Делает Илья. Приступив к новым обязанностям, это требует принести ему медицинскую карту жены.